судя по выражению лица кандидата, у него на округе с мусором тоже есть проблемы. Есть проблемы на округе, есть, поверьте, они есть, эти проблемы, но проблемы в первую очередь связаны, даже, наверное, какая-то такая обида и некоторая злость на тех людей, кто чего-то хотят, но делать ничего не хотят взамен. Округ 9 обслуживается на 90% позвонковым методом вывоза мусора. Два раза в неделю на данном округе приезжает мусоровоз в одно и то же время, минута в минуту, забирает мусор с определенных точек. Но люди у нас, живущие и на этом округе, и на многих других округах, они не соблюдают этого времени. То есть они заключили договор, они подписали в договоре согласие, они видели условия договора, метода вывоза на этой территории мусора. Но они выносят мусор тогда, когда им удобно. Я не спорю, может быть, это бывает форс-мажор, ну, сейчас у нас там лето, там арбузы, дыни едят люди, понятно, что может завоняться и так далее, я дословно говорю, как есть русским языком, но это не говорит о том, что это должна быть система. Мы вывозим мусор, через 2 часа на этом месте уже гора мусора лежит, а мы туда вернемся только через 3 дня. То есть, соответственно, человек должен понимать, что он складывает мусор, он сознательно создает несанкционированную свалку. Это административное правонарушение, это нарушение правил благоустройства, это в конце концов нарушение договора. Зачем он это делает? Я ни разу не услышал адекватного ответа с человека. Я часто езжу по территории, задаю вопрос людям, зачем вы бросаете мусор туда? А мне так удобно, такой ответ. Я понимаю, что человеку это удобно, но о людях, которые там живут, тоже нужно думать, что им под забором этот мусор не нужен. Я вот, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям, просто как житель Новороссийска. Давайте начнем соблюдать чистоту с себя. Давайте начнем соблюдать правила. Давайте начнем соблюдать время вывоза. Тем более центральный район – это сердце города. И через эти улицы проходит масса гостей, проезжает, людей, приезжих. Тех людей, которые увозят из Новороссийска какие-то приятные впечатления. Не хотелось бы, чтобы они увозили фотографию мусорки, где просто-напросто люди не соблюдают график вывоза.